Давайте даже пойдем национализируем. Пойдемте национализируем. Я давайте у немцев сейчас все заберем. У нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах, что ли? Не на чем у нас ездить. Но надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем, давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами, что ли, к этому привели? Давайте, я не знаю, к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте. Но от этого не появится сапсан сейчас новый. Самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Правительство или... Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос, ответа нет. А так, конечно, все с вами согласны.